26 января глава Десногорска Андрей Шубин наградил отличившихся жителей Атомграда. В этот раз одним из них стал Юрий Вакулов. Будучи членом народной дружины Десногорского казачьего общества «Хутор Десногорский», он стал призером областного конкурса «Лучший народный дружинник». Всего в этом мероприятии приняли участие 25 человек из 8 районов области. Вручаю вам благодарственное письмо как член народной дружины муниципального образования города Десногорск за участие в ежегодном областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и высокие достижения в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан. Также отмечена деятельность ведущего специалиста, инспектора по делам молодежи Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Марии Рвачевой и директора Десногорского историко-краеведческого музея Натальи Демьяновой. Своими проектами они внесли значительный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, что было особенно важно в юбилейном 2020-м, который был также объявлен годом памяти и славы.